На сцене 85 юных анапчан. В зале их родители, педагоги, тренеры. Многие лауреаты премии главы города делают свои первые шаги в творчестве, спорте, науке. Но все они уже призеры конкурсов краевых, окружных, всероссийских, международных. Хотелось бы поблагодарить тех, кто создал эти звездочки. Это в первую очередь родители, это тренеры, это педагоги. Вам огромное спасибо за то, что у нас есть такие звездочки. Это будущее, будущее нашего города, те, которые здесь будут жить. Петр Акопян занимается в 4-й спортивной школе. В минувшем году стал чемпионом юга по самбо. Может, просто характера хватило как-то стоять. Я не знаю, дыхалки мало оставалось, я уже как-то вылез, там время закончилось, я 2-1 выиграл. Среди награжденных музыканты, художники, участники хореографических и вокальных коллективов, известных даже за рубежом. Помнишь, как я перед отправкой накупила конфет, взяла свои любимые духи, положила в сумку ваши фотографии. Растет мастерство юных актеров. Софья Чернякова занимается в театральной студии «Индиго», участвует в 4 спектаклях. Многократный победитель конкурсов чтецов. Честно, я не ожидала. Долго к этому, конечно, были мысли, то, что хочется сюда выйти, но так вот не ожидала. Я очень рада. Вот, эмоции переполняют. Софья планирует поступать в театральный вуз. Есть те, кто уже продолжает образование в ведущих творческих мастерских страны. Когда-то Изабелла Андринасян впервые вышла на эту сцену. Сейчас учится в Санкт-Петербурге в музыкальном училище. По ее словам, благодаря заложенному фундаменту чувствует себя достаточно уверенно. Старается хотя бы раз в год выступать в альма-матер. Здесь такая сцена, она такая большая на самом деле, как оказалось. Уже со временем привыкаешь к ней, а потом приезжаешь и видишь, на какой сцене ты стоял. Очень скучаю. Номер связан с предстоящим первенством по футболу. В городе-курорте строятся 2 тренировочных поля, которые потом поступят в распоряжение муниципальных спортивных школ, а значит, юных талантов будет еще больше. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.